Куда? Пошли, пошли. Туда, 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 поворачивай. Серега, ты надо куда? Они не знают. Ничего не было. Мы уже в мае сюда вышли, у нас было 375 голов. На сегодня 33 головы осталось. 24 сейчас сегодня загрузим еще. И 9 голов на завтра на утро останется. Коровы уезжают стильные. Стелятся прям. Гроза прям. Через 3-4 дня. Да. Их выводят. Коровы. Нормальные коровы, все уходят. У нас почти 1000 поголовья было, я помню. У нас, по-моему, телятник был. Телятник закрыли был. Телятник Мычатник сперва. Был. Был маленький, ну, откорм площадка была. Все закрыли. Они нас не уведомляют, как бы, что сокращают за 2 месяца. Ну, сказали, документы готовим, но они же должны были нас уведомить. Предлагали по соглашению сторон уволиться. Ну, как так, здесь зарплата-то у нас не сильно большая. Так, 9, 700, 10, все. Сейчас по десятке получили. У вас какой график? Так, 8 часов. Каждый день выходные есть? Есть. 2 выходных? 1. С 7 до и кому мы в 6 приходим сюда. Пока телят были напоили, куклята были. Коров было много, мы в 11 уходили отсюда. Потом 5 дойка и 8-9 вечером домой. А сейчас все, мы всем дойку начали, все, мы уже закончили, что люди дают. А вечером вообще было 9 голов. Я как подмена, сейчас они каких дают, я не знаю, какие остались. Они мне просто месяцы, которые на мясо, которые остаются. А так, когда все, так я уже запоминала, кого по выме не знаю, а это уже не моя корова, значит, у меня не то. А сейчас видите, что осталось.